Блуждая в туннелях, Бильбо случайно нашел блестящее золотое колечко и положил его в карман. Вскоре он заметил, что рядом кто-то есть. Это оказался Голлум, таинственный и странный обитатель подземного озера. Голлум предложил Бильбо сыграть в загадки. Правила были очень просты. Если проиграет Голлум, он покажет Бильбо выход из пещер. Если же проиграет Бильбо, Голлуму достанется вкусный ужин. Вскоре загадки у Бильбо закончились. Это красивенько. Что у меня в кармане? Нечестно, Голлум. Это моя загадка. Руксы, нож, шнурок или ничего? Не угадал ни разу. А теперь покажи мне выход. Сперва мы должны пойти и кое-что взять. Так что же у меня в кармане? Мое кольцо! Моя прелесть! Что у него в кармане? Он знает дорогу отсюда! Бильбо последовал за Голлумом и вскоре вышел на поверхность. Там он и встретил своих друзей. Однако приключения на этом не закончились. Вскоре на гномов напали злобные варги. Гэндальф поблагодарил за помощь повелителя орлов и попрощался с ним. Проводив гномов и хоббита до опушки Чернолесья, старый маг объявил, что вновь покидает отряд. Он показал безопасную тропу через лес и строго-настрого запретил гномам сворачивать с нее. Однако по пути у отряда кончились припасы, и, заметив пирующих лесных эльфов, изголодавшиеся гномы сошли с тропы. Эльфы исчезли, а Бильбо вновь остался один. Эй! Торин! Волк, заешь этих гномов! Это же надо потеряться в Чернолесье! Думаю, мне стоит их поискать. Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем проходить игру Хоббит. И Бильбо оказался в Чернолесье опять-таки один. Постоянно его кидают. Давайте сохранимся. Так, чтобы Бильбо наделали, снял кольцо. Да, он будет невидимым. Хорошо, будем знать на будущее. Разбиваем все эти... И не знаю, что это. Какие-то коконы. Возможно. Так, да, может, здесь ничего нет. Так, аккуратненько. Ага. Это же какие-то агрессивные растения. Быстренько уничтожаем. Ну-ка. Что такое? Заплевались.
Эй! Ничего себе! Дерзко. Так, так, так. Тут еще одно такое растение. Дайте грибочков, да. Дайте, дайте нам восполниться. Блин, он кругом это паутина. Встречи с пауками не миновать. Так, очень я хочу туда попасть, и каким образом? Это шлем Дори. Надеюсь, с ним все в порядке. Его нам никак не взять, шлем Дори. Нет. Вау! Нифига себе, паучок. Еще один. Как же я боюсь пауков, а? Кто бы только знал. О, жуть. Ужас. Ужас, ужас. И что мне туда наверх-то? Как забраться? Я хочу достать... Бильбо, давай. Как туда забраться наверх, я не знаю. Не получается у Бильбо. Хорошо. Ух ты! Отравили, гады. Иди сюда. Да, вот такие вот зеленые травят Бильбо. И очень быстро. Похоже, эту воду нельзя пить. Бильбо, конечно, нельзя. Очень быстро у него убывает здоровье. Ищем здесь наших приятелей, которых утащили пауки. Бильбо, тебе, как обычно, за Злые всех души. Отдуваться. Вау! Некроманта. Еще один. Есть еще? О, да. Ну, что он там? Да, Бильбо! А? Так а почему назад-то бьешься? А-а-а! Вот он тебя убьет, будет прав. Сгнившее дерево. Сгнившее дерево, значит, надо покидать в него камушками. Сейчас оформим. Вот сюда, например, да? Все. Сможем сейчас по нему перебраться на ту сторону. Оп. Ну, Бильбо. Что ты свалился-то? Да, там можно подлечиться. Открыть сундучок. Пока никто не появился. Противоядие взяли еще. Хорошо. Так, растенница бесячая. Вау! А слушайте, может мы воспользуемся камушком? Они меня видят? Похоже, что нет. Не знаю, может быть и видят, но я успела слинять. Так, о, мы нашли лагерь, похоже. Наконец-то я вышел к лагерю. Да. Ох, надо же. А тут полный... Полный раскардаш. Кто это?
Эй! Кто ты? Ты не похож ни на эльфа, ни на гоблина. Я Корвин, охотник из озерного города. Приветствую! Я Бильбо Бэггинс из Заселья. Я ищу своих друзей. Вы не видели? Не пробегали ли здесь 13 гномов? Нет, но я видел, как сквозь эти сети пауки протащились дюжину извивающихся коконов из паучьего шелка. Моим друзьям повезло меньше. Пауки убили всех в моем лагере, и моего брата тоже. Мне очень жаль твоего брата. Ты мог бы прожечь дыру в паутине, если бы у тебя было масло. Его можно найти в лагере на севере. Если бы было масло, а что, вот так вот поленья горят, не помогает? Странно. Ну ладно, поверим ему и пойдем за маслом. Так. Ух ты. Они все, по-моему, спят. Эй, быстрее, быстрее, Бильбо! Давай, давай, линяем! Надо же! В Хоббитоне ничего подобного не бывает. Еще бы! Так. Что тут? Прыжки. Ну как ты так-то, Бильбо? Так, идем. Еще немного. Есть. Так, тут что-то странное. Да. Провалились. Как же, как же. Ага, камень, значит, здесь загородил поток воды. Отодвигаем его. И быстро идем на корягу. Больше-то тут деваться некуда. Там, кстати, вот висит еще лиана, которая обрывается. Мы сможем собрать немножечко кристаллов. Если Бильбо не провалится. Нет, смотри-ка, какой молодец. Так. И сейчас просто возвращаемся. Бильбо. Аккуратно. Отлично. Умница, тут что тут у нас? Эти пауки разрушают все, чего коснутся. Так они такие, да. И не говори. Вау! Главное ядовитых валить сразу. Афу, гады! Практически убили, а? Да, печалька. Где они? Еще один здоровый. Они так отбегают и потом прямо в спину жалят, а? Вот же паразиты. Слов нет. Ну и что? Будем делать. Тут столько ходов. Вот сюда можно пойти. Так. О! Спрятались. Так, наверху у нас еще есть что на обследовать. Ладно, скроем пока вот этот сундучок. Получили масло противоядие. Можно прожечь дыру в паутине. Да, мы получили масло. Ну, давай
Все тут. Ну-ка, брысь! Ядовитые гады. Да блин, оторванул. Беспредел. Так, подожди-ка. Это мы куда идем-то? Возвращаемся? Взяли противоядие? Нет, подожди. Рано нам туда, рано. А как мы туда попадем? Ну давай, Бильбо. Нет. Никак. Так, вот здесь у нас еще было что-то интересное. Ага. Вау. Вау. Это жесть. А что-то она неубиваемая какая-то. Почему? Тихо. Слушайте, ну... Что с тобой делать-то? Вот так вот только, да, переворачивать? Уходим, Бильбо! Подкопил? Еще бегаем. Ух ты, промазал. Золотые сундучки наверху. Класс. Да блин, Мазила. Тихо. Спокойно, дамочка, спокойно. Ну какая-то жесткая паучиха. Такие нам не попадались. Вообще у меня уже... Капец, как мало здоровья. Уходим. Есть. Неужели? Бильбо, да ты герой. Что-то там наверху меня прям манит золотые сундучки. Но если здесь была такая охрана, может там прямо что-то реально ценное? Вау, это что? О, похоже, кто-то это потерял. Лучше приберу, чтобы не потерялось совсем. Нифига себе. При вскрытии сундука Бильбо чуть не умер. Круто. Блин, что делать? Попробовать вот этот. Вау, как щедро. Противоядие. Ну, вот этот-то что-то мне не дается. Давайте снова.
И что там? Лечебное зелье. Да, ну, которое мы на него потратили. Даже больше. Мне тут не хватает немножечко музыки какой-нибудь. Уж очень мрачное местечко. Ну нет, я понимаю, что Бильбо не до веселья. У него пропали друзья вообще. Кругом эти пауки мерзкие. Я все понимаю. Немножко музыки для разнообразия. Так, подождите-ка. Он там может подпрыгнуть, что ли? Ага, да, может. Так, а обратно мы сможем попасть? Я очень жажду увеличить здоровье у Бильбо. Так. Вау! Супер прыжок! Такого еще со мной не было. Противоядие. Да. Как бы мне попасть вот туда наверх? Вот. Очень бы хотелось вот как-то там очутиться. Бильбо, что скажешь? Мы должны как-то туда попасть. Каким-то образом. Ну как? Так, подожди. Так. Ну нет никакой возможности. Не знаю, я не вижу, по крайней мере. Там есть синий сундучок. Ох, ладно. Мы взяли масло. В принципе, так уже неплохо. Все, вернулись. Будем поджигать. В соседнем лагере я нашел вот этот перстень. Он случаем не твой? Перстень моего брата. Он хранился в нашей семье много поколений. Благодарю тебя, добрый хоббит, за то, что ты нашел его. Класс. Что, теперь можем записаться? Сохранились, теперь остается только добавить масло, чтобы вот эта паутинка сгорела. Да, путь так она свободен. Не Желаю могла. Тебе найти твоих друзей. Путь свободен. Слушай, ну, а ты с нами не пойдешь? Очень жаль. Плащ Нори? Похоже, я на верном пути. А-а-а! Опять пауки! Чё там? Главное, всех ядовитых валить. А-а-а, травил, гад! А что вот... Плохо, что у меня очень много... Противоядий, а хилок только 6. Это мало. Ну вот, лечебное зелье дали. Спасибо. Услышали мои причитания? Как переберемся? Даже не представляю, да, вот как-то вот здесь, видимо. Да.
А что ж ты в воду не сигнула? А? Ведь могла. Опа. А, бегут, бегут, травить меня, бегут. Не успели. Вот, кстати, мы наверху. Я все думала, как же сюда попасть? Да, вау. Подожди, не опускайся. Поехали наверх. Так, о, так далеко он долетит? Там сохранение, значит, долетит. Молодец, Бильбо. Я прям тебя уважаю. Так. Так, что тут у нас? Свиток? Удар в прыжке. Ну что? Какая-то тревожная музыка-то заиграла. Противоядие. Что еще есть? О, лечебное зелье. Конечно. Даже и не надо было надеяться, что все будет просто. Так, 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 подождите, мужики, подождите. Эй! Вы чё? Ополчились? Слушайте, ну удары у них, конечно, мощные. Эй! Это кто там? Промазал. Тихо, тихо, тихо. Творится какая-то жесть, реально. Ой! Промазал, да, Бильбо? Как так-то? Собирай то, что есть. Да ну вы запарили, ребята. Почему вас так много? Умрите. С миром. Ах, еще один. Так. Стрелки там у нас. Сейчас мы с ними разберемся. Ну давайте, стреляйте. Еще давайте. Оп-оп. Опа, блин, надо по два раза стрелять. Ладно. Ну зато одного уже нет. Все, изничтожили. Слава богу, а. Бильбо, ты чё? Пять штук осталось лечилок у тебя. Это же просто жесть. Сохранение. Так, а ты сможешь тут забраться-то? Нет, похоже. Тут тупик, да.
Может, там еще будет какой-нибудь обходной путь, не знаю. А, как вы заколебали. Отвалите! Честное слово. Так, восполняемся, восполняемся. Ой! Ух ты! Удираем. Так, что, сможем еще популять? Ну-ка, брысь. Готов. Бросай, Бильбо, бросай. Ну чё, всё? Не может быть, не может этого быть. Великая победа. Срочно записаться. Так, что там у нас маячит? Маячит плот. Интересно, далеко еще ему до товарищей? До спасения своих друзей? Ух ты, на самый краешек приземлился. Ладно, хоть не утонул. Что тут у нас? Столько всего интересного. Так. Нет, ну почему опять она так сползает? Успели. Что там? Деньжата. О, так. А, вот у нас еще есть. Там что-то можно достать. Оп. Синяя урна. Хм. Синяя урна. Я вижу там на дереве, по-моему, еще красная. Так, что, пойдем обратно? Сходим обратно. Сундучок. Сундучок. Так, а с него потом как мы залезем, нет? Понятно. Да. Надо было воспользоваться... воспользоваться своим посохом, Бильбо. Так. Сюда нам уже не надо. О! Забираемся тут наверх. То есть нам нужно собрать вот эти... Как они их называют? Вот сейчас уже дойдем практически, да. Вот она. Урна, да, урна. Аккуратненько. Очень-очень внимательно прыгаем. Тот сундук уж, может быть, и фиг с ним. Ну, там, может, монетки, наверное, скорее всего. Что, Бильбо, еще разок сохранимся? Ну, предлагаю на этом часть завершить. Продолжим проходить пауков в следующей. С вами была Ниагара. Пока-пока.